Привет, друзья! С вами Кукловод. Событие «Китайский Новый год» в «Роботс» 2022 года. Что за фня? Часть вторая. Давайте посмотрим, что нам обещают в сундуках, какие призы. Лучидоры, базилики, которые василиски, тиндеры, сирену, пилота для хрепря. И Янг Ли, который пробивает щиты, если пилотирует сирену или харпи. Обычного лучидора и детальки для нового корабля, который пробивает титанов. Средняя поставка, это была зеленая, самая правая поставка. Средняя поставка золотая. У нас новый робот Хрепри, который пустит урон, скорость и здоровье еще лечит. Сестры, которые на этих двух прыгающих гарпию и сирену, детальки и новые пушки, пулеметы, которые самонаводящиеся, плюс монетки, опять же, зеленые, ну и золото, и серые монетки, которые самые левые, слева, которые находятся, собственно, пулеметы самонаводящиеся легкие, эребусы, фафниры, орычи, новый модуль, который по аналогии с амплифаером урона также накапливает ремонт и восстанавливает робота. Ну и, собственно, монетки. Окей. Здорово. Много нам тут понаобещано. Начнем по порядку с серых монеток. Ну или как они называются. Я решил сначала открыть сразу 10. Честно говоря, как обычно, слегка расстроился. Компания Pixonic мне не выдает специально монеток. Собственно, это была моя инициатива и мои, как вы понимаете, собственные траты. Ну и, как видно, два раза по 10 принесло мне только огорчение. Ничего хорошего пока не выпало. Решил после этого попробовать поодиночке повытаскивать. И, в общем-то, давайте будем смотреть. Потому что слезы застилают мои глаза и не дают мне говорить. Нет, шучу. На самом деле, возможно, если, конечно, сдонатить много, для кого-то, особенно для тех, кто еще не получил в ангаре Орычи, Фафнира, или гарпию с сиреной, которые пока еще такие непонятные, на самом деле, боты. Если их не будут усиливать, они, ну, для чемпионки не будут подходить точно совершенно. Так вот, возможно, для этих людей что-то и будет полезное. А по факту, ну, как обычно, собственно, как и в первой части с этим же названием для меня, жалко, очень жалко потраченных денег. Вот, откровенно. Да, чуть-чуть насыпало ресурсов. Да, выдало штуки 4 готовых новых пулеметов. Но это пулеметы, ребят. Это пулеметы. Да, они для ленивых, с самонаведением. У других ютуберов вы можете посмотреть уже, у очень прославленных и очень популярных, как на этих новых пушках можно играть. Но, как вы понимаете, далеко не все смогут эти пушки получить, а тем более прокачать. Значит, что мне точно, как я понимаю, не выпадет, и что я бы хотел получить, прокручивая, это, конечно, амплифайер, который на ремонт. Ну и забегая вперед, можно смело и честно сказать, что он мне не выпал. У меня не было в ангаре лучидора до сих пор. Да-да, он мне так и не выпал ни разу. Да я, собственно, и не гнался за ним. Вот, поэтому слот-лягушка мне здесь выпал. Конечно, хотелось, и я надеялся на то, что выпадет ланселот, на которого натянут тигр. Ну, это вот на тазик натянутый тигр. Он
вот эту вот, которые ограничены серии с 10% ХП повышенным. Но, увы. Собственно, грусть и печаль. Зато выпал пилот Янг Ли. Это, как да, он уже был, но теперь он вернулся. Конечно, странно видеть в ангаре Янг Ли на Ао Джуна и еще одного Янг Ли, но для другого робота. Ну, такой какой-то странный подход. Ну, окей. В общем, он выпал, и я обязательно посмотрю, как он поможет в чемпионке Сирени роботу, который у меня есть, который я на каком-то розыгрыше выиграл. Вот он, собственно, даже два, по-моему, выпало. Но опять же, давайте посмотрим, что мы получили. Пушки. Легкие, средние, новые. Супер скин для базилиска. Ну, не знаю. Два синдера мне насыпали. Даже три, смотри. Три синдера. Ну, как бы я не играю на Лучидоре, который у меня нет, и на минусе, которого я продал. Но окей, пускай будут. Янг Ли. Куча деталек бесполезных Харпии. Куча Орочи. Лучидор. И новые пулеметы. Самое обидное, что вот этот Хепри, новый робот, тысячи не хватило, чтобы его собрать. Но зато, я говорю, огромное количество Орочи. Прям вот весь ангар Орочи можно заставить. Но, ребят, это не стоит тех денег совершенно. Это абсолютно не стоит этих денег. Не тратьте деньги на эту штуку. Лучше дождаться акций, когда будут сильные скидки. Вот тогда можно будет попробовать что-то уж купить. Всем удачи. Берегите здоровье, берегите свои кошельки.